Всем большой привет! Я сейчас нахожусь на работе, и мне захотелось снять для вас аутфит. Конечно, я снимаю на телефон, возможно, будет не очень хорошее качество, но, по крайней мере, попытаюсь. Итак. На мне надето серое платье, это марка Austin. Ткань такая шуршащая, это не натуральная ткань, не знаю, что это такое, полусинтетика. Вот такие рукавчики, которые на резиночке собраны. Вот отсюда идет такая складочка по низу, такой тканевый. Платье выше колена немножечко. Так, чтобы вам не показывать свою допотопную мебель рабочую, так. Такое платье, на ногах у меня балеточки Корсакома, тоже не первый год, называю их лопаточками. Так, вот такие вот. Украшений на мне никаких нет, потому что в жару я не люблю что-то надевать, одни просто золотые сережки и все. У вас у меня забранный хвостик. Так, макияж, ну он выглядит ярким, на самом деле тут просто бежевые тени со стрелочками и все, и помадка. И хочу вам показать сумку. Вот с такой вот сумочкой. Так вот она выглядит. Бежевого цвета, как раз, мне кажется, она хорошо сочетается с балетками. Сумка, наверное, как ее назвать, не рюкзак, как мешок, очень удобная. Почему-то она мне служит уже не первый год. Очень она мне нравится, с такими вот складочками, сборочками. В общем, хорошая, компактная и удобная сумочка. Как бы вот. Вот как-то так я сегодня выгляжу. Спасибо вам за внимание, до встречи, всем пока!